Всем привет, ребят. Ну что, сегодня наконец-то добрался до английского своего сервера, который немножко я оставил после обновы, потому что больше трешечка на китайке все-таки. Но и надо этот второй твинк тоже качать. Сегодня мы будем добивать одну из последних локаций судьбы, потерянное измерение. Сейчас я позабираю плюшечки. Прокачаем там всех героев. Ну и так вкратце, как обычно, расскажу, что, зачем и почему. Кого есть смысл качать, кого нет. Так, что тут у нас еще? Нету карты. Так. Потерянное измерение. Тут два донатных героя. Это шапка Вольт. Остальные бесплатные, условно бесплатные. Можно достать роллинга, можно купить. Можно купить за кгшки даже того же самого душика. Давайте начнем с Вольта. Поехали. Ну, в принципе, Вольта и так все знают. Донатный герой. В свое время был очень кайфовый. На сегодня не настолько кайфовый, как и многие донатные герои. Потому что выходят даже обычные герои, которые намного круче и сливают... Там мега-супер-пупер донатных героев. От этого никуда не денешься, игра развивается, поэтому все очень печально. Чем он хорош? В принципе, за счет того, что ослепляет, есть возможность, особенно в PvP-локациях, иногда его даже на Архидемоне использовали, слить вражеские пачки первым. Но самые большие минуса то, что в любую отражалку он у вас будет сливаться, причем сливаться очень конкретно. На 11 скилле у него добавится вместо 5 целей. Давай бей. Вместо 5 целей у него будет уже 6, плюс ослепление там на 12 1,7 секунд. Ну, в принципе, прирост неплохой, и прирост самый основной будет неплохой по урону. Так, в основном больше ничего ему не добавляется, кроме стат. Ну, как обычно, в общем. Так. Как же сложно это на английском сервере делать. Куча ресурсов, золота не хватает. Углом расстановки. Так, отлично. Берем сюда мохнатку. Кстати, надо скин на мохнатку купить. Что-то вообще расслабился. Так, отлично. Ну, с этой локацией вот, наверное, Вольт самый оптимальный вариант. Также неплохо шапка, ну опять же, у кого она есть, вот у кого есть это для донатов, в первую очередь я бы качал, ну и плюс Леди Лео. Леди Лео, потому что там появятся две зоны, которые она будет станет вместо одной, и она реально очень тупо будет на локациях. Такс, с первым закончили. Поехали дальше. Ужас просто. Бери просто Иронина бегать.
Заклинательница, в принципе, тоже неплохой вариант, но я бы не сказал, что у нее там особо топовые скиллы, она будет у вас сильно там востребована. Так, ну что там Ронин нам скажет с 9-м ожогом? Все равно попадает. Какая бы у него прокачка не была, его все равно будут сливать. Такс. Берем наших мобильных героев. Будем делать по-другому. Так, окей, давайте прокачаем дальше. В шапке, по сути, улучшается несколько, добавляется несколько целей. В принципе, это как бы основное, что у нее есть. Плюс дается отхил. Но этот хил вообще не актуален, так как он работает со скилла и, по сути, восстанавливает очень-очень мало. Единственное, для чего есть смысл качать, это если у вас не пройдены подземки. На 12-м скилле она, конечно, будет очень жестко раздавать. Так, надо порезать всех. Кстати, можем заодно и Ронина потестировать против топовых остановочек. Есть много золота. Что-то печально с золотом. Кризис начался, и золота вообще нет. Минотавра, как обычно, сливает одним из первых. процентов, конечно, набивает, но все равно его сливает. Ожидалось, что он будет получше выдерживать урон, но не там-то было. Так, запустим через фрейку. Заборчик ломается. Отлично. Так, золото забрали, можно выходить. Ну-ка, интересно здесь посмотреть на него. С
Кстати, вот против таких рас там тоже неплохой будет. Кучно стоят здания. Стрелок Фрея. Вообще супер. 65%. Единственное, конечно, он неплохо подхилился. процент. Такс, поехали. Так, есть. Дальше Лиди Лео. Ну, Лиди Лео, там увеличение идет стана. В основном ее использовать вы будете на, по локациях. И неплохо себя показывает еще в лабиринте. Там я ее тоже использую, как и медузу. В принципе, очень неплохо получается, если вы на нее еще железную волю поставите, чтобы ее не станили вначале. Две зоны, в принципе, перекрывают полностью всю. Всех 9 героев, которые там выставляются, этого вполне вам хватает, чтобы нормально трешевать, проходить там нормальные этажи. Можно, в принципе, даже 11 качнуть, не обязательно 12 качать, уже самое вольта. Конечно, если вы хотите максималку, то придется докачивать все. И раз то я люблю. Ну, вроде на почти слили. Добьют. Мы не смогли. Смотрите, раз то вроде. Все, вот наконец-то только слили. Жалко, дерева нету, можно было бы риснуть, посмотреть, или придут дальше. Так, Лиди Лео. Ну, чисто пвпшный вариант. Забытая, лабиринт. Больше нигде и особо на атаке фортов там она не особо будет тащить, там ее будут очень часто сливать. Давайте уже так качнем, чтобы было побыстрее. Ничего себе. Закончились зеленые камни. Так, разобрались, что там у нас интересного. Как всегда, кучу итомов и плюшек, позабираем это все. Так, поехали дальше. Кстати, опять хорошая расстановочка. Минотавр заторможенный, блин. Еще и сам убился.
самоубийца, он у меня тут. Кстати, Афина бьет неплохо. Смотрите, сколько урона. Уже даже его заблочили. Супер. Мне нравится. Вот два героя, которые могут слить любую базу, в принципе. Так, поехали дальше. Заклинательница. Тут добавляется одна цель. Увеличивается самая интересная скорость атаки духа, по-моему, на 110% на максималке. По сути, это вроде и круто, но далеко ему до Анубиса. Герой, конечно, интересный с иллюзорностью, но не то уже. На начальных левелах тоже можно использовать. Не дали жабку, пожадничали. Так, окей, поехали дальше качать. Так, ну что, у нас остался один душегуб. Поехали его так качнем уже. Будем терять время. Ну, у душика увеличиваются просто его базовые статы. Ничего, скажем так, интересного нету. Ну, единственное, что у него добавляется уклонение, и он реально становится еще более ярым, но все-таки даже сборка с ожогом не всегда его будет спасать. Возможно, новый талантик попробовать нужно будет на нем, чтобы было максимум уклонения плюс ожог рунами. Может, тогда он будет тащить. Так, душегубов у меня много нет. Ну что, добьем. 505к должны. В принципе, должно нам хватить. Вот так вот. Так, есть. Ну, в принципе, такая вот локация. Локация довольно-таки интересная. Леди Лео однозначно стоит качать. Если Вольт Шапка есть, тоже стоит качать. Заклинательница под вопросом. Ну, и душек чисто ради трешечка. Когда у вас будет куча кулочков, можно будет качнуть это все. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.